Эта спартакиада, как и все спортивные состязания, по традиции началась с торжественного открытия. Участников соревнований поприветствовали заместитель министра по физической культуре и спорту Алик Антимиров и первый заместитель министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики Мадина Шаева. Команды доложили о своей готовности и началась спортивная часть состязаний. Кто-то соревновался в меткости, кто-то пробовал свои силы в интеллектуальном виде спорта, шахматах, кто-то играл в настольный теннис. Всего было представлено 8 дисциплин – легкая атлетика, шашки, шахматы, армспорт, дартс, стритбол, настольный теннис и гиревой спорт. Пришли сегодня выступать за свое общество, то есть за общество слепых, команда «Адреналин». Настрой сегодня хороший, организовано все супер по высшему разряду. Я, можно сказать, второй раз на таких соревнованиях. Первый раз ездил в Невинку. Мы выступали там тоже посвященный Дню инвалидов. Вот сегодня я выступаю второй раз за свою республику, но уже у себя в республике. Как говорится, дома лучше. Как и большинство участников соревнований, Айса Айчепшев спортом раньше не занимался. Одна из основных проблем в том, что люди с ограниченными возможностями находятся в своей замкнутой среде. Подобные спартакиады помогают раскрыть не только спортивный потенциал, но здесь люди сближаются. Барьеры, сотканные из предрассудков и страхов, исчезают. Каждый понимает, что он может намного больше, чем думал. Счастливые глаза человека, который преодолел самого себя, стоит дорогого. С каким настроением сегодня приехали на спартакиаду? С великолепным! Не столько выигрывать или еще, просто пообщаться с такими же людьми, как мы. Поделиться своей энергией, подчеркнуть что-то еще. Это же просто праздник. Это прелесть. Многие приходят в спорт для того, чтобы доказать всем и себе в первую очередь, что они полноценны. Алла Стадник и Иван Мартыненко – настоящие чемпионы по шахматам и шашкам. В этом году они оба стали победителями международного фестиваля по шашкам, который проходил в городе Сочи. Я начал играть с детства. Мне этот вид очень нравится, где нужно мыслить. И стараюсь, провожу также я кружок по шашкам, занимаюсь со взрослыми, с детьми и приучаю детей тоже, чтобы они тоже в жизни умели, как и в шашках, тоже мыслить. Отношение к людям с ограниченными возможностями в Карачаево-Черкесии постепенно меняется. Создаются программы помощи инвалидам, открываются новые социальные учреждения, да элементарно появились пандусы, по которым могут передвигаться колясочники. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесии понимают, что еще один из важных этапов реабилитации и интеграции инвалидов в обществе – это спорт. Мы 2 года оказывали содействие общественным организациям инвалидов, направляли их для участия в спартакиаде Ставропольского края. И, наконец-то, у нас появилась возможность, мы собрались силами совместно с Министерством физкультуры республики организовать такое, провести мероприятие, первую открытую спартакиаду инвалидов в нашей республике. В Краснодарском крае открыт клуб для инвалидов-колясочников. Они имеют возможность совершать прыжки с парашютом. Открывают для себя новый мир, полный впечатлений. Француз Филипп Круазон, переживший ампутацию рук и ног после несчастного случая, совершил погружение в воду на 33 метра и стал первым в истории ныряльщиком с такой инвалидностью. Пример этих людей в очередной раз подтверждает, что ограниченные возможности не ограничивают возможность самореализации. О том, что наши паралимпийцы выступают намного лучше, чем здоровые спортсмены, и говорить не приходится. Конечно, основной целью является это и пропаганда, и популяризация здорового образа жизни, активного образа жизни, и как бы среди инвалидов. И мы очень рады, что сегодня у нас 6 команд участвуют. Конечно, мы хотим выявить лучших спортсменов и в дальнейшем, чтобы они смогли участвовать в таких же спартакиадах, проводимых в Российской Федерации. По итогам турнира первое место заняла команда «Архыз» – сборная Федерации спорта глухих. Второе – сборная «Черкесска». Третье – команда Урупского района. Победители получили кубки, дипломы и денежное вознаграждение. За первое место 15 тысяч, за второе – 10 и третье – 5 тысяч рублей. Подобные спартакиады, как обещают организаторы, станут традиционными. И участники этих состязаний смогут встретиться еще не один раз. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.